Всем, кто хотел шопинг, пожалуйста. В магазинах снимать не стали, там везде музыка орет. И маску не разрешают. Маску не разрешают снять. Ну, как-то вот речь будьте несвязная. Так, купила я что? Майка, футболка. Да. Вайкики. Вот это вот, что дороже-то было, та или другая? Нет, желтая футболка 17 лир, а та около 20. Да, вот эта желтая футболочка, вырез V-образный, как я люблю, и она с добавлением вискозы, по-моему, да, Лен, что-то такое? Не знаю, мне показалось хлопковая. Надо потом посмотреть. Вот так вот видно? Лариса, ты близко подошла, голову не видно. Голову футболку видно. Сейчас видно. Вот так вот, да. Вот так. Брючки Zara. Цена около... 3000 на наши деньги. Uh-huh. На наши рубли 3299,95 лир. Вот, Лариса, они сейчас не смотрятся. Ты не хотя смотрится. Бы объясни. Я тебе говорила, что темно будет. Они такая, как тонкий-тонкий спандекс. Такая приятная ткань, струящаяся. И цвет выбеленный, как будто выбеленный черный. Да, он и не серый, и не черный. Он не серый, и не черный, но такой. Знаете, как будто подстиранный что-то. Угу. Вот такое вот. Здесь у него вот такие штуки. Пожалуйста, так, пожалуйста, все. Так, и кроссовки Рибок. Кроссовки 332 лиры. Видно? Ну, вот я показываю, да. Вот. Вот показываю. Да, там была скидочка. Скидка, да, была, они что-то стоили 600 лир, мне так сказали, вот так было написано. Теперь 332 лиры, такие универсальные кроссовки, можно и с платьем даже, и с юбкой, и с брюками, ну с чем угодно. Они универсальные, да, белые, вот такие кроссовки. Это не кожа, сразу говорю, либо вот эти вот, это не кожа, но тем не менее они очень даже мягкие. И такая же вот маечка. Тоже белая, она стоит 17. Немедленно с белую маечку. Да? Я на паузу поставлю. Да. Вот такая белая майка. Можно заправить. Можно не заправлять. А этот размер L-ка чуть побольше, а тут M-ка. Ну, разницы я не вижу вообще. Угу. Разница. Ну, вот такая. Вот такая вот спортивная мадама. Угу. Вот такой сегодня шопик. И Лена тоже купила такую. Да, я футболочку только тоже купила. Тоже взяла вот такую же футболочку. Лариса, да, сначала хотела белую взять только, а потом, когда я выбрала себе желтую, и Ларисе захотелось, потому что они, ну, реально хорошего качества. Нереально такого. Хорошего и качества. И цена смешная, правда, что, Лариса? Что не взять 160, парочку? 170 рублей и да. 200 рублей. Угу. Как вам? Лайла. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Так, ну а все. Ты больше ничего не купила, Лариса, раз? Больше ничего, Лена, не купила пока. Да? Ну, покажи еще, мы бутылку воды купили. Ну, вот. А, тряпочки мы еще. А-а-а! Я еще думаю, что мы что-то купили. Что-то мы купили. Господи, ну это... Купили тряпочки, девчонки. Вот такие тряпочки, Минтакс. Покупайте. Вот подарки, раз... да, вместо, да. Этих... вместо магнитов. Вместо магнитов. Каждый по 5 штук. Да, они такие прям большие. Я разрезаю дома на 2. А я не режу. Да ну, она огромная. Да ничего на нее огромная. Да она огромная, Лариса. Ну чё? Я не режу их. Лена их режет, а я их не режу. Вот такие вот. Мы как в шок идем. Так одну берем, так одну берем. На нас смотрит, скажет, что никуда их... Нормальные какие-то. Да, они скажут, куда их девают. Куда-куда, с собой повезем. Йогурт еще ты купила йогурт, сегодня. Взяли йогурт, это так. У меня тирамису еще есть, а Лариса себе йогурт взяла. В шоке, вот такой йогурт очень вкусный. Что-то стоит... А, 1 лира, 10 рублей вот такая вот. Угу. И бутылочку и воды. И бутылку воды уже взяли такую баклажку. Уже, да, уже решили флягами таскать. Флягами. Пьем много. Часто. Часто. Опять сейчас скажут, проверьте сахар, у вас сахарный диабет. Почему вы пьете много? Добирались до Террасити, наверное, сколько? Ну, часто точно на автобусе. Уже ехали, жара невозможная. Только вот в Террасити мы спаслись от
жары. Да, там прохладно. Там прохладно, народу вообще мало-мало. Да, но тем не менее, все, кто есть, все в масках. Все в масках, я пыталась даже... по самые глаза. Ну, я пыталась даже воду попить, ко мне подошли, сказали, оденьте маску. Я говорю, а как я буду воду пить? Ну, раз гриб чай, в общем. Все, пока вот такие вот у нас делишки. Сейчас мы пойдем на ужин. Да. Обязательно вам покажем. Сегодня у нас ужин будет, наверное, особенный. Да. Все, прощайся. Пока-пока. Пока-пока. Сегодня наш ужин вот такой. Нурик держит интригу, принес сначала вот салат. Это что у нас? Гранатовый соус, оливковое масло. Здесь 4 вида соуса. Какой 4? 6 видов. А, нет, это на каждого. Все, пардон. 3 вида соуса. И здесь, что это такое? Горячий. О, это горячий соус к мантам. У меня уже бегут слюни. Я прямо глотаю, да, я прямо глотаю. Говорю, где же вишенка на торте? Он говорит, подождите, я вас испытываю. В общем, вот так ждем. Вот она, вишенка на торте. Нур, спасибо большое. Ага. Покажу, пока его не... пока он не видит, мы его посмотрим. Спасибо. Ну, вообще, сейчас все есть. А аромат, а тесто какое тоненькое. Mm-hmm. У меня посмотрите. Вместо соуса подсилено. Вкусненько нам сейчас будет. Озвучивают цену. А, вот это за это плёное, мне кажется. Да-да-да. Озвучивают цену. Вот за все это великолепие 25 лир. На человека. На человека. Да-да-да-да-да-да. 250 рублей. Ты уверена? 25 лир. Да. Салат и вот эти соусы, это все входит. Да, мы заказываем только манты, а вот это вот все, вот это вот все, оно идет в придачу. Это, что? Есть, нужно руками. Это есть нужно, Лена, руками. Все, ну давай попробуй. А я слюной захлебнусь. Смотри, сколько много там начинки. Начинки много. Видали? Боже. Видали с тыквой. Да, сделали прямо для нас. Потому что мы заказывали манты, наверное, 3 дня назад. Тыквы не было. И вот они купили тыкву и сделали. Ну, это же не чудо. Ну, как? Лариса. Сочные такие. Смотри, все капает. Я, наверное, вот этот соус потом с хлебом еще съем. Макашечку сделаю. Макашечку сделаю, потому что очень вкусно.